Первое, что я подумал, разыграть меня хотят. Ну, шуточки эти их всегдашние. Прибежал пацан из бригады, говорит, мы премию получать не будем. Мы и так богатые. Действительно, сижу, жду. Все уже получили, их нет. Я деньги взял в бригаду, расписывайтесь. Они нет, мы премию получать не будем. Там один вообще эти, говорит, деньги надоели. То и в карман клади, то вынимай из кармана. Больно, говорит, возьми много. Я говорю, да вы что, я прораб у вас, я должен знать, что происходит. А вот, говорит, соберется портком, там все узнаешь. 3:15. Федор Михайлович, ты, пожалуйста, извинись перед товарищами. Я через полчаса буду. У меня экстренные заседания партийного комитета. Ну, так вышло. Неожиданный случай, надо разобраться. Нет, я собрал здесь, прямо на стройке. Ну, там, где мы с тобой, помнишь, предвыборные собрания проводили. Да, машины пришли на 4-й участок. Да, через полчаса. Лев Алексеевич! Лев Алексеевич! Случилось что? По какому поводу портком собираем? Бригада Потапова отказалась получать премию. Как отказалась? Так, вся бригада, 17 человек отказались. А почему? Почему? Секрет, скажут только на порткоме. А что, может, с нарядами у них что? Ты наряд-то нормально им закрыл? Я нормально закрыл наряд. Виктор Николаевич, а премии их не обидели? Может, показалось, мало начислили? Я не знаю. Нормально начислили, Потапову 70, остальным по 40, по 50. Да, кстати, а почему вы не потребовали от него объяснительный, да, от Потапова? А как потребуешь? Я говорил, он говорит, мы не от работы отказываемся, от премии. Вот, говорит, соберется партком, я там все объясню. А... Сколько лет работаю, первый раз такая история. Лев Алексеевич, ну это безобразие. Ее с крана сорвали, меня с бригады. Смех один. Портком всего трест пошел на поводу у Потапова. Он его в управлении сидит. Могли бы сами с своим Потаповым разобраться. А по-хорошему ты разбираться нечего. Не желаете, не надо, отдать другим. А скоро вообще докатимся. Уборщица веник потеряет, мы портком треста будем собирать по этому поводу. Неправильно, товарищ, это серьезное дело. Целая бригада отказалась от премии. Мы обязаны понять, почему. Я вам заранее могу сказать, почему. Почему? Мало. Мало премий дали, вот теперь фокусничать, чтобы прибавили. Нет, нормально начислили. Потапову 70, остальным по 40, по 50. Неправильно, неправильно, это серьезное дело. Да, Наташа, Наташа, ты можешь спокойно ехать, я заберу Павлика. Да нет, тут совсем пустяковый вопрос. 3 начнется, 3:45 я свободен. Да, ну целую. Ради бога, извини, Лев Алексеевич. А вы не опоздали, Павел Емельянович? Самого главного виновника еще нет. Потапова нет, это что ж он парткому уже не доверяет. Самому министру решил докладывать. Утром виделись. С секретарем парткома лишний раз и поздороваться не грех. Виктор Николаевич, ты там разберись с этой бригадой. Что такое? Что за круговой порог? Сегодня они от премии отказались. Завтра еще что-нибудь выдумают. И вы, товарищ Зюбин, вы там прораб или как? Он у тебя премию получил? Да, получил. Напрасно, понимаешь. У него там в бригаде черт знает, что творится, он премии получает. Павел, голубушка, ты как здесь, а? Да. Лев Алексеевич, где она у нас должна быть? В Польше или в Венгрии? В Болгарии, в четверг выезжаю. Ты смотри, там не загуляй. Может, обедов на 2 недели наготовил. Ну ничего, в столовку походит. Слушай, вот ты сам бригадир. Как считаешь, чем мудрит Потап? Павел Емельянович, у меня от своих дел голова трещит. Вы меня на поликлинику бросили, а там завал тот еще. В общем, насчет 1 мая я не ручаюсь. Ну ты брось мне. Сегодня опять звонили. Я сказал, 1 мая будет. Они говорят, не верим. Я говорю, я туда Качнова перевел, лучшую бригаду каменщиков. Вот, говорят, тогда другое дело. Товарищи, вот так вот. Управляющие в трест не верят, а Качнову верят. А, Борис Петрович, сколько мы с тобой эту премию вышибали, в глаз чуть не на коленях стояли. А нам ее швыряют обратно. Так, ну, товарищи, Гриш. Гриша, а ты что? Здравствуйте, товарищи. Я Потап, если кто не знает. Что, сразу начнем или надо подождать?
товарищ Потапов, вам когда велено было явиться? Ровно ж три. А сейчас? 10 минут 4-го. Видите, 10 минут. Я 24 года проработала, никуда ни на одну минуту не опоздала. Вам ясно? Александра Михайловна, он исправится. Да? Это кто говорит? Начальник отдела кадров Треста? А потом мы удивляемся, что у нас дисциплина хромает. Что получается? Человек идет на заседание партийного комитета. Из 11 членов парткома присутствует 7. Я специально пригласил на заседание парткома Виктора Николаевича Черникова, начальника 33-го управления, и Александра Александровича Зюбина, прораба, которому непосредственно подчинена бригада Потапова. Внеочередное заседание партийного комитета считаю открытым. Я прошу прощения. Это вот Толя Жариков, личный телохранитель и комсорг бригады, тоже желает поприсутствовать, если, конечно, можно. Ну, конечно, пусть присутствует. Товарищ, давайте поближе, я прошу. Так. Ну, товарищ Потапов, давайте рассказывайте, что у вас там в бригаде стряслось? Да у нас в бригаде, Лев Алексеевич, на днях произошла научно-техническая революция. О-хо-хо! И выразился, значит, в том, что вы от премии отказались? Ну, ведь всякая революция от чего-нибудь отказывается. Иначе какая же это революция? Баловство одно. Чего же такую важную новость целых 3 дня от нас скрывается? Ну, это тактический ход, Павел Емельянович. Вы же как руководитель знаете, ведь мало родить хорошую идею. Надо ее еще и преподнести, ведь верно? А то ведь расболтаешь, потом сам себя не узнаешь. Пришел бы я сюда, вы все знаете, все обсудили, все решили, ведь это неинтересно. Да ладно, Потапов, давай ближе к делу. А ты, Качнов, не подгоняй, куда скачешь, тут, по-моему, партком, а не ипподром. Товарищ, вот именно, и веди себя как следует. Товарищ Потапов, давайте коротко и ясно объясните партийному комитету, почему бригада отказалась от премии? Да потому что эта замечательная премия бьет рабочего по карману, невыгодно нам получать эту премию. О, это уже интересно. Да нет, пока непонятно. Что ты, друг, подзагнул? Как это невыгодно? Я объясню. Вот вы знаете, сколько вот этот Толя Жариков, третий разряд бетонщиков, за год потерял в заработке из-за простоев? Скажи, Толя. 400. А сколько ему премию начислили тоже за год? 100. Ну, какой баланс получается? Это ж смешно. Вы дайте ему сначала те вот 400 заработать, потом на них накиньте премию. Тогда другое дело, тогда это премия. В огороде Бузина, в Киеве дядька. Простой премии. Ничего не понял. Ну хорошо, потерял на простоих. Ну почему премию-то не взять? Что 50 рублей, не деньги, что помешают, вот, да? Вот тут и оно. Ведь как премию понимать-то надо? Ведь как оценку, ведь верно? Ну? Нам же дали эту премию за 3-е место по соцсоревнованию. Значит, оценку дали отлично. Или, скажем, хорошо. Ну и вот, получается, что кладет он в карман эту премию, значит, он с этой оценкой согласен, признает ее. А с чем же он согласен? Что признает? Простой. То, что 400 рублей потерял, да? А почему же тут простой? Премия-то выдана Тресту за перевыполнение плана. Значит, ее нужно связывать с планом. А вы сюда простое суете. Надо разбираться все-таки, бригадир. Ну, давайте разбираться, Борис Петрович. Ведь что такое премия? Премия – это деньги, которые даются человеку сверх основного заработка. Ведь верно? Верно. Ну, так для вас это премия, потому что у вас оклад. А для него нет, потому что он сдельщик. У него бетона нет, он в прогаре, еще чего нет, он в прогаре. Для него, вы знаете, простое – это как вычет из зарплаты. Не доработал, не дозаработал. Он 400 не добрал за год до основного заработка. Да какая же для него это премия? Для него это подачка и насмешка, если хотите знать. Ведь он верно рассуждает, Борис Петрович. Лев Алексеевич, ты понял ход его мысли? Он неверно рассуждает. Он-то недоволен заработком, это ясно. Но ясно и другое, что в 33-м управлении, которым руководит уважаемый Виктор Николаевич Черников, он не нашел ответов на свои вопросы. А почему? Почему, минуя своего непосредственного начальника, Потапов вынужден обращаться в партком Треста? Но? Я хотел бы знать, как расценивает этот факт Черников. Я нормально расцениваю этот факт. Очевидно, что вера в партком у товарища Потапова сильнее, чем вера в меня. Я считаю это совершенно естественным, а вы хотели, чтобы было наоборот. И все равно он рассуждает неправильно. Простое и премии за перевыполнение – это разные вещи, они же не соприкасаются. У тебя в плановом отделе они не соприкасаются, а у него в кармане. Соприкасаются. Вот именно. Другое дело, что на сегодня я не могу сделать так, чтобы у него в бригаде простоев не было. Ты понимаешь, Лев Алексеевич... Да, я слушаю.
заседание партийного комитета, товарищ. Лев Алексеевич. Вас из бригады. Да. Да ничего не известно, только вошел. Да ладно, кладите трубку и не трезвоньте. Я прошу прощения. Понимаешь, Лев Алексеевич, премию я еще могу организовать. А вот работу бесперебойную. Тресту на сегодняшний день недопоставлено материалов по 11 позициям. Конечно, товарищ Потапов, конечно, кое-какие внутренние резервы есть. И я вот попрошу Виктора Николаевича, мы его сюда специально пригласили, посмотреть там внимательно и сделать все возможное, чтобы простои в вашей бригаде сократились до минимума. Виктор Николаевич, дайте им все, что надо. Да. Вас сколько человек? 17. Товарищи, вот видите, 17 человек рабочего класса отказались от премии, от живых денег. Это же о многом говорит. Я имею в виду о многом хорошем. Значит, там есть дружба, там есть авторитет бригадира, там есть высокий уровень, между прочим, культуры и образования. И поэтому, Виктор Николаевич, и вы, товарищ Зюбин, сидите. Давайте с этими людьми работать умно. Вы член партии? Да. Я вас правильно прошу понять одну вещь. В строительстве в настоящее время происходят огромные перемены. И в области планирования, и в области финансирования, и в области снабжения. Но процесс этих перемен еще не завершен. И не потому, что кто-то мешает. Потому что масштабы работ в стране огромные. Проблемы очень сложные. И они не могут решиться так быстро, как нам с вами хотелось бы. Конечно, я могу наказать Чемикова, я могу наказать Зюбина. Но вы же понимаете, я понимаю, что они не во всем виноваты. Я, например, знаю, что Виктор Николаевич Черников делает все возможное. Талантливейший инженер, между прочим. Вы знаете, он как-то ночь просидел над чертежами, а к утру преподнес тресту 13 тысяч рублей чистой прибыли. И вон сидит старший диспетчер Григорий Иванович Фроловский. Гриш, проснись, я про тебя говорю. Вот мы с ним 14 лет неразлучны, стройка за стройкой. Вот он первый приходит на работу и последний с нее уходит. А когда появляется у себя на квартире, его преследуют звонки, как рой пчел. Я к чему все это говорю? Не все зависит от нас. Конечно. Конечно, я понимаю, вам до этого дела нет. Вы пришли работать, и вы хотите работать. Товарищи. Ведь вот эти простои, это же прямое нарушение Конституции. Ведь согласно Конституции, вон он обязан и имеет полное право 8 часов работать. То есть полных 8 часов зарабатывать. И вы правильно делаете, что ставите вопросы так остро. Чем острее вы будете ставить вопрос, тем у нас будут лучше мозги крутиться. Павел Емельянович, по-моему, Потапов что-то еще хочет сказать. А что, по-моему, он все сказал. Он сказал, что мы хотим отдавать в полную силу и получать в полную меру. Партком на это также конкретно отвечает. Поручается Виктору Николаевичу Чернику во всем разобраться и сделать так, чтобы бригада Потапова больше с простоями не зналась. Давай. Вот так вот. А премии они завтра пойдут в кассу и получат. Ну и все. Все, товарищи, все. Привет, солнечной Болгарии. Спасибо, Павел Ильич. Спасибо. Так, товарищ Потапов. Да нет, Павел Емельянович, не так. Не понял? Да нет, конечно, можно одну или две бригады поставить в особые условия, дать заработать. Но мы сюда не за этим пришли, мы не крохоборы. Нам вообще непонятно, как при таких огромных простоях, они ведь по всему тресту. План-то оказался перевыполненным. Что же это за план-то такой? Товарищ Потап, я не люблю чувствовать себя идиотом. Мне уже за 50. Он же прекрасно знает, почему трест перевыполнил план. Или я ошибаюсь? Ну, знаю. Ну, так знаете или не знаете? Знаю. Что вы знаете? Знаю, что в начале года у нас был другой план, который мы не выполнили. Ну, а год прошел, и задним числом нам тот план скостили. И, пожалуйста, новый план перевыполнен. Третье место по соцсоревнованию. Только, Павел Емельянович, надо уж было побольше скостить. Дали первое место, раз пошло такое соревнование. По-моему, вы не в те дебри полезли. Павел Емельянович. Да нет, нет, Лев Алексеевич, нет. Я ему рот не затыкаю. Боже упаси. Я просто начинаю разочаровываться в человеке. А мне не хотелось бы.
Вам известно, почему тресту, как вы выражаетесь, план скостили? А бумага была в главк послана, что трест не выполнил план исключительно по объективным причинам. Леса не было, труб, субподрядчики плохо работали. Ну, правильно, вы же правильно говорите. Ну, а теперь вот я неправильно скажу, Павел Емельянович. Не потому мы тот первоначальный план не выполнили, что в тресте леса и труб не было, а потому что порядка на стройке не было. Не было и нету. И никакого места мы не завоевали, и премия эта липовая, хапнули 37 тысяч, радуемся, вот какие мы хорошие. Только интересно, вот какими мы будем, когда комбинат-то придется сдавать? Или, может, отменили пуск в этом году? У вас все, товарищ Потапов? Все. Пока! Что пока? Нет, ты что-то хочешь сказать, так встань и говори. А, нет, я ничего, ничего. Ну, тогда сиди и помалкивай. Лев Алексеевич, одну минуточку, товарищ, одну минуточку. Товарищ Потапов, вы, конечно, давно на строительстве. 17. Значит, это не первая ваша стройка. 11. Но и на тех стройках премии получали? Получал. Не отказывались? Нет, не отказывался. Так, товарищ Потапов, неужели наша стройка хуже тех, где вы раньше-то работали? Уже не хуже. Мне вон на пенсию уж скоро. Может, пора, чтобы лучше было? Вам вот для наглядности нарисовать хотя бы одну неделю нашей работы. Нарисовать, Борис Петрович? Ну, рисуйте, рисуйте. Ну, вот возьмем хотя бы прошлую неделю. Значит так, в понедельник бригада простояла полсмены без бетона. Во вторник бригада простояла полсмены без бетона. В среду бригада простояла полсмены без бетона. А почему? Цемент на стройке есть, щебенки навалом, песка навалом, бетонный завод на ходу, мы без бетона сидим. Ну, а очевидно, мощности бетонного завода еще не соответствуют нашим потребностям. Так вот ты мне так и скажи, Потапов, тебе завтра бетона не будет. Я тогда, знаете, другим делом займусь. Но мне-то этого не говорят, заявки мои принимают, говорят наоборот, сиди, жди, будет бетон. И вот так 3 дня, это что, объективная причина невыполнения плана? Ну, берем теперь, значит, четверг. Толя, я когда эти двери искал, в четверг или в пятницу? В четверг. Ну вот, берем четверг. Значит, надо мне поставить 3 двери. Ну, написал заявку, все по форме. Какие двери, сколько дверей, куда привезти, дверей нет. Ну, звоню, а мы, говорит, и не собираемся вам двери возить. Как же так? Я же заявку подал. Ну и что, что заявку? А мы вообще двери не возим. Надо, приезжай сам. Ищи свои двери. Ну и что ж, еду. А что ж делать? Есть у меня 2 ПТУшника. Взял вот одного и поехали. Павел Емельянович, вы давно были на складе столярки? Ни разу не был. А вы полюбопытствуйте, это очень интересный склад. Там порядок, как после Куликовской битвы. Полдня с этим мальчишкой Колькой искали эти 3 двери. Они там были, я их нашел. Так это что, объективная причина невыполнение плана. Ну, берем теперь пятницу. Тут уж вообще обхохочешься. Сделали мы 1 фундамент в компрессорный. Отлично сделали, постарались. 2 недели трудились. Вон Сан Саныч свидетель. Правильно, Павел Емельянович, можно я скажу? Сидите. Да. И вот является представитель заказчиков. А вы, говорит, братцы, не тот фундамент сделали. Как не тот? Я чертеж волоку, нагле, иди тютелька в тютельку. Да нет, говорит, братцы, мы вашему тресту давным-давно новый чертеж выдали. Здесь будет импортная машина стоять. Звоним в техотдел. Был новый чертеж на фундамент такой-то. Погодите, говорит, сейчас поглядим. Поглядели. Да, говорит, такой чертеж у нас имеется. Завтра пришлем. 3 месяца, Павел Емельянович, не могли переправить чертеж из треста на участок. Это что, объективная причина невыполнения плана? А вот теперь, значит, в субботу и в воскресенье, в выходные дни, будем отбойными молотками долбить, собственными руками, так сказать, уничтожать собственный труд. .462. Тоня, ну позвоните в техотдел. Пусть и Сетров срочно свяжется со мной. А убыток какой? Фундамент пещенку-то стоит, кто же за него заплатит?
Вы из своего кармана не положите, не скажете бухгалтеру, я плохо руковожу, денег мне не давай. Товарищ бригадир, вы все-таки думайте, прежде чем сказать. Павел Емельянович за ваш счет не наживается, он не капиталист. Ну и что, что не капиталист? Может, за то, что мы не капиталисты, нам надо выдавать медали, ордена, премии. Между прочим, Роман Кириллович, то, что капиталист награбит, у него рано или поздно рабочий класс заберет. А вот этот фундамент, который мы будем отбойными молотками долбить, его уже никто, ни рабочий класс, ни капиталист, его уже никто не заберет. Этой тыщенки-то капут. А между прочим, товарищи члены парткома, у меня полбригады пацаны, их надо как-то воспитывать, прививать уважение к ремеслу. А на чем? На чем? Вот на таких примерах. Вы знаете, что мне Колька Шишов, вот с которым я эти двери искал, сказал? Когда мы со склада возвращались, он говорит, да, при таком вот подходе коммунизм-то не скоро построится. И что же вы ему ответили? А ничего не ответил. Товарищ Потапов, а вы почему пришли на заседание партийного комитета в нетрезвом виде? Да вы что? Что говорите? Я говорю, что вы выпили. И вот в таком виде пришли на партком. Да как вам не стыдно? Да. Вы что говорите? Ты? А вы можете это доказать? А вы можете доказать? То, что вы говорите, вы можете доказать? Вы на каком основании утверждаете, что у Треста не было объективных причин для изменения плана? Ему, видите ли, двери не привезли. Ну и что? Ну, в эту неделю не привезли, в следующую привезли. Мало ли что было там в вашей бригаде. Вы же обвиняете Трест, что он незаконным путем выбил себе премию. Он ведь поэтому отказался от премии в знак протеста. Ну и шли бы прямо сразу к прокурору, если здесь все жулики. Как же можно говорить о делах Треста, огромной организации, насчитывающей 3000 человек, не имея за душой элементарного представления, что в этом Тресте происходит, в какой Трест живет обстановке? Что у него есть и чего у него нет. Лев Алексеевич, разрешите мне два слова. А мне, Борис Петрович, вполне понятно, почему бригада Потапова отказалась от премии. И я не нахожу здесь никакого желания охаять Трест. Я даже не вижу здесь никакой особенной погони за заработками. Товарищи, давайте поставим себя на место Потапова. Что видит Потапов здесь каждый день с утра до вечера? Да каждый день с утра до вечера он видит то одни, то другие недостатки в работе нашего Треста. Действительно, они есть. Я, правда, не стал бы брать на себя смелость утверждать, что их больше, чем на любой другой стройке. Но они есть. И Потапов их остро воспринимает. Они его выводят из себя. Они мешают ему нормально работать. В конце концов, они мешают ему получать удовольствие, радость от своего труда. Вот что здесь важно. Другое дело, способен ли товарищ Потапов со своей бригадирской колокольни составить себе объективное представление о положении дел в масштабах Треста? Вы поймите, товарищ Потапов, у вас в результате, так сказать, каждодневного общения с неритмичной подачей бетона и прочим, произошел в сознании некоторый перекос в сторону наших внутренних недостатков. Причем вы тут совершенно не виноваты. Потому что каждый человек видит жизнь со своей горки. Лев Алексеевич, что я предлагаю? Надо кому-нибудь из нас, членов парткома, посетить эту бригаду. Надо потолковать с товарищами. Я убежден, что в результате такой беседы все встанет на свое место. Потапов, ты хоть знаешь, какой у тебя главный недостаток в бригаде? Нет. Ну вот слушай, я тебе скажу. В твоей бригаде никудышный бригадир. Понял? Что это значит, тебе не дали бетона? Пускай мне попробуют бетона не дать. Один раз попробовали. Павел Емельянович, я вышел в ночь, бетона нет. Так я тогда сел на самосвал и к директору бетонного завода на квартиру. Устроил ему подъемчик в 3 часа ночи. Посадил на машину и на завод. И бетон был. И до сих пор есть. Чтобы я пошел искать на склад двери. Да вы что, товарищ? Нет дверей, телеграмму в райком партии, сижу без дела, бригадир Качнов. И будут двери на 100 лет вперед. Ты плохо руководишь бригадой, Потапов. А может, не умеешь, тогда так и скажи, что ты тут? Найдут замену быстро. Пожалуйста, Виктор Николаевич, да я вам могу сосватать бригадира. Вот такой парень у меня есть. Павел Емельянович, Качнова за пояс заткнет. Это я серьезно говорю. Чтоб ты понял бы.
Давайте-ка вернемся к существу. Почему один человек вот так вот с бухты-барахты может хаять работу целого коллектива? Почему? А потому что, Борис Петрович, дисциплины нет. Вот почему. А про простое-то Потапу правду говорит. Я согласна с ним на все 100%. Потому что со мной тоже был такой случай. Помнишь, 26-е управление затребовало мой кран? Помнишь? О, и как затребовало. Орут, кричат, давай кран, где стоим? Ну что, смонтировали мой кран, пожалуйста, привезли, поставили. А работы нет. Нет. Потому что, оказывается, не нужен им мой кран оказался. Он им понадобился только через неделю. А я эту неделю сидела, вот честное слово вам говорю, на верхотуре и вязала носки внучки. Александра Михайловна, никто и не говорит, что на стройке не бывает простоев. Но ведь вы вот из этого случая не стали же делать выводов по всему тресту. Ну, не стала. Не стали. А вот он стал. Вот тут о чем идет речь, товарищи. Товарищи дорогие, ну не напрасно ли мы все кипятимся? Лев Алексеевич, у меня такое впечатление, что товарищи сгоряча отказались от премии, сделали жест, а теперь и рады бы дать задний ход, да уже неудобно, вся стройка знает. Так, значит, он сделал глупость, теперь партком всего треста должен думать, как из этой глупости выкрутиться. Для этого собирались, что, Лев Алексеевич? Олег Иванович, что ты все время в бутылку лезешь? Конечно, надо помочь товарищам, а как же? Надо найти хоть какое-нибудь разумное объяснение этому их отречению от премии. Чтобы хоть не смеялись над ними. Роман Кириллович, я пока еще не утонул, меня спасать не надо. Я знаю, Борис Петрович, ежели что говоришь, то надо доказывать. И знаю, что с седьмого этажа видно дальше, чем с третьего, а партком я уважаю и пришел сюда не с пустыми руками. Ну, доставай. Ну, давай же. Вот, товарищи члены парткома, вот в этих тетрадях имеются расчеты, которые черным по белому доказывают, что тот первоначальный план трест выполнить мог. Никаких причин план уменьшать не было. Так что премию мы взяли незаслуженно и незаконно. Здесь все доказано. Это вот от бригады Потапова парткому на память. Только надеюсь, что ненадолго. Товарищи, ну, мне кажется, мы тут все-таки не в кошки-мышки играем, правильно? То он 3 дня скрывал, что от этой премии отрекся, теперь какие-то тетрадочки под стулом прячет. Ты что сюда явился? Ты издеваться над парткомом? Тактикой занимайся вон у себя в бригаде, а не здесь. Товарищи, я предлагаю за неуважение к парткому, да просто за нечестность Потапова как коммуниста наказать. Да-да, Лев Алексеевич, наказать и все. Некрасиво получается. Зачем ты скрывал? Товарищи, 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 давайте не будем становиться в позу обиженных. Человек принес расчеты, очень хорошо. Давайте заниматься расчетами, а не поведением Потапова. Да мы так превратим партком вообще черт знает во что. 3:15. Федор Михайлович, ты, пожалуйста, извинись перед товарищами, пусть завтра придут в 16:00. Да, у меня тут разговор надолго. Товарищ Потапов, у вас какое образование? У меня в бригаде один заканчивает строительный институт, один на 3-м курсе, 2 учатся в техникуме. Вы меня не поняли. Я спрашиваю у вас лично. А у меня лично 7 классов. Сколько? 7. Значит, эти расчеты делала вся бригада? Да, вся бригада под моим руководством. Да ладно. Никогда не поверю, что бригада такими делами занималась. Весь трест обсчитали. Олег Иванович, не горячись. Павел Ильич, извините, пожалуйста. А меня, например, радуют эти тетради.
Понимаете, Лев Алексеевич, даже если эти расчеты не совсем точны, а я в этом не сомневаюсь. А почему же вы не сомневаетесь? А вы не торопитесь. Вы выслушайте сначала. Я ведь не против вас хочу сказать, а наоборот за вас. Вы поймите, сделать подобного рода анализ даже опытным экономистам не так-то просто. Да и дело не в том, товарищ Потапов, точны ваши расчеты или не точны? Да, по-моему, именно в том. Вы поймите уже одно то, что вы, бригада, взяли в руки карандаш, стали считать, что вы задумались о целом тресте, говорит о вашем коллективе только с хорошей стороны. Вы поймите, тут важно чувство ваше, ваше желание вмешаться, не смириться с теми простоями, которые имеют место. Лев Алексеевич, что я предлагаю? Нам сейчас дальше вести разговор на эту тему смысла не имеет. Ну как же не имеет? Но ведь я же расчеты дал. Дорогой товарищ Потапов, но ведь ваши расчеты надо проверить. Никто вот так полистав не может сказать, правильно тут все или неправильно. Ну, то, что проверить, я согласен. Так вот я об этом и говорю. Лев Алексеевич, что я предлагаю? Нам сейчас заседание парткома прекратить. И организовать комиссию по проверке этих расчетов. Вот и все. Одну минуточку, товарищи, одну минуточку, еще не все. У меня к вам, товарищ Потапов, вопрос. Где вы взяли такие цифры, как общее количество простоев по тресту за год, выработка на одного работающего по месяцам, наличные ресурсы, остатки ресурсов на 1 января, а вот здесь у вас указаны отдельно материалы, доставленные автомобильным транспортом, отдельно железнодорожным транспортом и отдельно речным транспортом. Где вы взяли эти цифры, меня интересует. Но в чем дело? Почему молчите? Я на этот вопрос отвечать не буду. То есть, как это не будете? Я прошу вас ответить. Но я же сказал, что я на этот вопрос отвечать не буду. Вы разбирайтесь по существу, а где я взял, у кого, это же не имеет значения. Лев Алексеевич, у меня очень сильное подозрение, что за спиной Потапова кто-то стоит. И кто же этот злодей, Борис Петрович? Ваша ирония неуместна, Лев Алексеевич. Я понимаю, что вам бы очень хотелось, чтобы все, что здесь говорит Потапов, было правдой. Даже знаю, зачем вам это нужно. Прекратите, Борис Петрович. Павел Емельянович, Потапов – подставное лицо. Эти данные могли быть взяты либо у меня в плановом отделе, что совершенно исключено, либо у товарища Черникова, что совершенно не исключено. Я вас прошу прекратить. Меня совершенно не интересует, где были взяты эти данные. А меня это очень интересует, Павел Емельянович. Я, прошу прощения, нахожусь сейчас не у вас в кабинете. Пора, наконец, положить конец той совершенно невыносимой атмосфере, которую создал в тресте Черников. А вы, Павел Емельянович, своей бесконечной добротой, терпимостью поощряете его. Я вам не раз об этом говорил. Предупреждал, что хорошим это не приведет. Ведь работать стало просто невозможно. Ведь все указания, все распоряжения треста Черниковым торпедируются. Все же принимается в штыки, все берется под подозрение. А с тех пор, как Черников потерял надежду занять должность главного инженера, стало просто невыносимо. И я вас прошу, Лев Алексеевич, несмотря на ваши личные симпатии к Черникову и те большие надежды, которые вы возлагаете на его исключительные таланты, внести в это дело полную ясность. Я хочу знать, кто дал Потапову цифры? Товарищ Потапов, я вас очень прошу, объясните партийному комитету, где вы взяли эти данные, которые просит Борис Петрович? Возник вопрос, надо его снять. Лев Алексеевич, я не могу этого сделать, понимаете, не могу. Вы разбирайтесь по существу, товарищи. Виктор Николаевич, может, вы что-нибудь скажете? А вы напрасно молчите, Виктор Николаевич. То, что я сказал, опровергнуть ведь невозможно. Ну, а тогда зачем вы от меня требуете каких-то слов, если опровергнуть?
Невозможно. Значит, вы согласны? Ваша работа. Молчанет знак согласия, Виктор Николаевич. Борис Петрович, я инженер, и я предпочитаю более точную логику, чем логика поговорок. Значит, вы не согласны. А у меня, товарищ Потап, к вам еще вопрос. Ведь ваша бригада трудится в управлении Виктора Николаевича. Так почему же вы сделали анализ тресту, оставив в стороне свое родное управление? Ведь логичнее было бы наоборот. А он почему-то обсчитал весь трест, оставив в стороне свое родное управление. Как это понимать? Мы хотели сделать по управлению, но у нас ничего не вышло. Слушайте, вы что нам тут голову-то морочите? Видите, по управлению у них не вышло, а по тресту вышло. Ну, я объясню. Вот, когда я в Мурманске работал, трест был в Москве, и там все на управлении замыкалось. А здесь все в руках треста. Бетон, склады, чертежное хозяйство, отдел комплектации. Тут же всему хозяин трест. От управления же мало чего зависит. Ну, хорошо. А вам известно было, что между начальником вашего управления, Виктором Николаевичем, и руководством треста существует определенные трения? Прекратите! Кому мы можем поручить проверку расчетов Потапова? Милениной. Очень хорошо. Товарищ Потапов, Дина Павловна Миленина лучший экономист треста. Я думаю, что для ускорения дела нужно назначить двух человек. А это еще зачем? Дина Павловна честнейший человек. Вы что, не доверяете моим сотрудникам? Или, может быть, вы мне не доверяете? Ну что здесь вообще происходит? Успокойтесь вы, ну какая разница, ну пусть будет два. Кто второй, Лев Алексеевич? Я подумаю и завтра сообщу. Хорошо. Тогда, я думаю, надо срок назначить. Недели две будет достаточно. Не возражаю. Очень хорошо. Товарищ Потапов, давайте с вами уточним позиции. Значит, вы считаете, что тресту необоснованно был скорректирован план, так? Да. Доказательством чему служат вот эти две ваши тетрадочки. Так. Да. Значит, мы вашему анализу делаем свой анализ, и через две недели вам докладываем об этом. Так? Да. Ну все, товарищ. Только у меня есть просьба к парткому. Какая просьба? Лев Алексеевич, я просил бы партком задержаться на 10 минут. Я сейчас приведу человека, который давал нам цифры. Это совершенно не обязательно. Нас не интересует, где вы брали. Объявляется перерыв на 15 минут. Маринда, у меня к вам большая просьба. Если вам не трудно, будьте добры. Зайдите к нашей соседке Вере Семеновне. Да-да-да, из 75-й квартиры. Тут как получилось? Я обещал Наташе забрать Павлика из садика. А партком задержался, и я теперь не могу. А Наташа за город уехала. Докатились. Да, Вера Семеновна пойдет за своей дочуркой, ну заодно и Павлика захватит. Да, только передайте ей, что Павлику нельзя ничего соленого, он после ветрянки. Ну, спасибо вам большое, спасибо. Слушай, телохранитель... Интересно, кого же это сейчас твой Потапов сюда приведет? Но ведь он же сказал, человека. Понятно. Ну, а фамилия у этого человека имеется? Имеется. Какая? Какая? Неизвестная. А этот человек, он что, он у нас в управлении работает или где? Неизвестно. Лев Алексеевич, я говорю, Потапов 2 растет. Смотри, усы прям копия. У нас вся бригада такая. Какая? Мы сами с усами. Ну, хватит кривляться-то здесь. Подожди, подожди. Что ж это бригадир-то у вас? Он большую семью имеет, женатый, да? Ну как, нормальную имеет семью. А что? Ничего, я просто смотрю, он странный какой-то. Он у вас не сидел, ну? Почему? Я не понимаю. Ну, поступает как-то, знаешь, так странно, правда? Ну он просто когда в армии служил, десантником был. Виктор Николаевич, что читаете? Дедуктив. Можно тебя на минуту? Я бы хотел узнать, что тут происходит. В
каком смысле? Ну, в том смысле, что я хотел бы знать, что ты, собственно, добиваешься. Решил создать большой шум вокруг этой истории. А вы как бы хотели? Да мне бы хотелось только одно. Чтобы у нас с тобой по любому вопросу было одно мнение, а не два. Ты что, Гриша? У меня еще нет определенного мнения. Вот хочу разобраться. Да разбираться тоже надо с умом. Ты знаешь, в чем твоя беда? Ты чувствуешь себя над коллективом, а не внутри его. Я, Павел Емельянович, хотел бы чувствовать себя секретарем парткома, ни больше, ни меньше. А вы хотели бы, чтобы партком находился в положении одного из отделов Трест? Есть он у нас плановый отдел, отдел комплектаций. Наряду с этим есть еще и партком. Ты что? Неужели ты считаешь, что я всерьез хочу подмять под себя партком? Да я же ни одной планерки. Ни одного совещания не начинаю, пока ты рядом не сядешь. Ну, спроси Бориса. Спроси любого начальника отдела, сколько раз бывало. Придут с документами, я не подписываю. Я говорю, идите в партком, согласуйтесь с Лёвом Алексеевичем. А Черников? Ну что Черников, что? Нельзя его главным инженером. Я сам хотел, но нельзя. Ну да, потому что Борис Петрович поставил ультиматум. Он или Черников? Лев Алексеевич. Я Витю Черникова люблю, ты же его год знаешь, а я ох, сколько. Но Виктор восстановил против себя все управление Треста. Сделаю сейчас главным инженером. Знаешь, что начнется? Бой быков, коррида. А мы вышли на финиш, 9 месяцев допуска осталось. А потом ли грудь в крестах, или голова в кустах. Мне сейчас Трест нужен единый, как кулак. А ты говоришь, я партком зажимаю. Я сейчас наоборот, каждую мелочь стараюсь согласовывать, чтобы было полное единство. Да, вы любите со мной согласовывать. Пустячки, третьестепенные вопросы. А когда речь заходит о вещах принципиальных... Ну, пример, давай пример, ну. Например, еще месяц тому назад производственный отдел дал вам точный анализ, согласно которому пуск комбината в этом году находится под серьезной угрозой срыва. А я узнаю только сегодня, и то совершенно случайно. Дорогой ты мой! Пуск – это такая хитрая вещь, которая всегда будет находиться под какой-нибудь угрозой срыва. А мы с тобой должны. Это наше дело. Как, несмотря на все угрозы, комбинат пустить? И мы его пустим, дорогой мой парторг. Не надо только палки в колеса вставлять. Ты пойми, тетрадки Потапова – это дело прошлого года. А нам надо смотреть вперед, а не назад. Алло! А его здесь нету. А почему это такое? Продолжает спортком. Ха-ха. Жару дали вашему бригадиру. Пошел проветриться. Ты чего ты? Здравствуйте. Борис Петрович, тебе. А, Дина Павловна, вам уже сказали? Вот видите, нашлись тут с позволения сказать экономисты. Лев Алексеевич, я думаю, члены парткома не будут возражать, если Дина Павловна поприсутствует. И это будет очень полезно. Ну, конечно, пусть присутствует. Ну, вот ты говоришь, Борис, вот смотри, не успели решить, а она уже здесь, Миленина. И он дает ей задание. И вот всегда во всем так. Здравствуйте, Дина Павловна. Здравствуйте. Как квартира новая, довольна? Спасибо. А, на новоселье даже не пригласила. А книг, говорят, у нее. Читать все равно некогда, хоть бы одним глазком взглянуть, позволите. Лев Алексеевич! Ну что, все в порядке? Подождите, вы же ушли человека звать? Ну, я и позвал же, вот человек. Дина Павловна, почему же вы мне-то не сказали? Почему же вы от меня-то? Скрыли. Да, что-то я ничего не понимаю. Товарищи, давайте продолжим. Садитесь, пожалуйста. Дина Павловна, так ваше участие в этих расчетах, собственно, в чем же заключается? Ну, сама идея, сам принцип такого анализа принадлежит бригаде.
Принцип довольно оригинальный. Они начали копать снизу, с простоев. Все расчеты делали они, но, конечно, я во многом помогла. Кое-какими коэффициентами дала им все необходимые цифры. А в конце эти расчеты я проверила, они безукоризненны. Ну, а почему, простите, именно к вам-то обратились? Да, вот-вот. Я по совместительству преподаю математику на подготовительных курсах. Туда ходят ребята этой бригады. Вот Толя Жариков, например, Валера Фроловский. Они попросили... Что? Гриша! Да, да. И что, у него бригадир твой парень? У него. У тебя? У меня. И тоже от премии отказался? Гриша, это что ж ты выходит в курсе дела, все знал, и не пришел, не предупредил, и здесь сидишь, молчишь. Да, ну, денек, открытие за открытием. Дина Павловна, скажите, а в чем, с вашей точки зрения, ценность этого анализа? В том, что он... провел четкую разграничительную линию между тем, что зависело от нас, и тем, что не зависело от нас. Насколько мне известна, идея такого анализа возникла в бригаде после одного спора. Одни говорили, что у нас вообще так, порядка не было, нет и не будет никогда. А вот другие, в том числе Василий Трифонович, всю вину возлагали на руководство. Ничего, что я так говорю? Ничего, ничего. Ничего. Главный вывод этого анализа я бы сформулировала так. Оказывается, мы страдаем не столько от дефицита стройматериалов, сколько от собственной неорганизованности. Значит, по-вашему, получается, что руководство Треста сознательно пошло на обман, чтобы выбить себе премию? Так надо понимать? Нет, я не могу сказать, чтобы тут был сознательный, заранее обдуманный обман. Я по себе сужу. Когда Василий Трифонович первый раз объяснил мне, с какой целью они собираются делать вот этот анализ, я была убеждена, что они заблуждаются. Я была уверена, этот анализ докажет, что у Треста были самые веские основания для того, чтобы скорректировать план. Я же прекрасно знала, Трест недополучил целый ряд конструкций, стройматериалов. Об этом говорили много на всех планерках, на всех совещаниях, но расчетов никто не делал. А когда подсчитали, оказалось, что Василий Трифонович прав. Очевидно, желание руководства, чтобы на стройке все выглядело хорошо, сильно преувеличило значение недопоставленных материалов. Психология взяла верх над фактами. Я про себя скажу. Если бы не Василий Трифонович, мне бы в голову не пришло делать вот этот анализ. Зачем? Зачем доказывать, что мы плохие? Мы у нас в отделе привыкли думать наоборот. Как доказать, что мы лучше других? Ведь это же наш Трест. А вот у рабочих обзор гораздо просторнее. Они гораздо объективнее, гораздо спокойней, строже смотрят на свою стройку. У них вот этого нашего трестовского патриотизма гораздо меньше. Вот вы меня про руководство спрашиваете? Я уверена, если бы вот эти тетради, вот эти расчеты были у Павла Емельяновича на столе до того, как он ходатайствовал об изменении плана, он бы не стал этого делать. Почему же вы мне-то не сказали? Почему же вы от меня скрыли? Ведь это же серьезнейшее дело, Дина Павловна, это же серьезнейший расчет. Почему же вы мне-то не сказали, что такие расчеты делаются, что они есть? Ну а почему Потапов делал из вашего участия тайну тут? Это уж совсем непонятно. Нет, тут совсем другое. Видите, я думала, что когда расчеты будут готовы, то мы придем к вам, Павел Емельянович, покажем, объясним и... Дина Павловна, почему же вы этого не сделали? Хорошо, я сейчас объясню. На днях ко мне пришли ребята всей бригады, и Василий Трифонович сказал, поскольку сейчас на стройке дают премию, они решили от нее отказаться, что я тоже должна так сделать. Ах, вот как! Они так решили, в этом был смысл. Ах, даже так? Ну, я не смогла. Но не из-за премии. Ну, в смысле, не из-за денег, просто я не умею. Ну, я не готова к таким. Одним словом, мне показалось, что это не совсем правильно, и мы поспорили тогда. И даже кое-кто из бригады согласился со мной. А ничего, что я все рассказываю? Да ничего, ничего, ничего. Ничего. Потом они остались при своем решении, я премию получила.
И вот после этого, я так думаю, Василий Трифонович не стал упоминать мое имя. Может быть, он думал, что я боюсь неприятностей, я не знаю. Но во всяком случае, я не просила его делать тайну из моего участия. И когда он сейчас приехал за мной, я обрадовалась. Динбол, скажите, вот вы близко узнали бригаду. Скажите, какое у вас от нее впечатление? Ребята, по-моему, очень толковые. Искренне, честно. Да все хотят докопаться, понять. Я жила тут на стройке, в общем, одиноко. А теперь у меня есть друзья. Недавно они меня на охоту взяли. Я первый раз в жизни стреляла в утку. Стреляли в утку, а попали в трест. А в утку я не попала. Спасибо вам, Дина Павловна, за то, что помогли нам разобраться. Еще спасибо за то, что когда ребят попросили вас о помощи, консультации, вы не отказались. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо. Павел Емельянович, я хотел бы уточнить. Наши расчеты надо теперь проверять или как? Да, слушаю. Осетров. Слушайте, почему был задержан чертеж на фундамент для компрессорной? Чем такое непростительное безобразие? Ага, ну так вот, чтобы вы до конца все поняли. В субботу возьмете весь свой отдел и к 8 утра прибудете на компрессорную в распоряжении бригадира Потапова. Он вам вручит отбойные молотки, и вы будете долбить свой уже никому не нужный фундамент. Имейте в виду, я лично приеду и буду смотреть, как вы долбите. Так, Павел Иванович, надо проверять или нет? Ну, выходит, не надо. Тогда я хочу от имени бригады внести предложение парткома, если можно. Какое еще предложение? Сейчас, Роман Кириллович. Так как первое, так как план нам скостили неправильно и незаконно, моя бригада предлагает поставить вопрос перед главком, чтобы нам это третье место зачеркнули и восстановили тот первоначальный план, который мы не выполнили, но могли выполнить, чтобы было все по правде. И второе, так как премию нам дали липовую, моя бригада предлагает все эти деньги вернуть обратно в Госбанк, все 37 тысяч, это чужие деньги, и надо их вернуть. Вот такие предложения приняты единогласно на собрании бригады, вот протокол. Ну вот что, ты подожди, ты что... Действительно, думаешь, деньги у рабочих обратно забрать? Да, забрать. Вообще соображаешь, что ты говоришь-то? А что? Ничего. Ты знаешь, что может быть, если ну, такое что, сделаешь? Что? Ну, все что угодно. А потом, что тебе люди-то, игрушки, что ли? То дали, то забрали. Столько лет на стройке. Ты что, хоть когда-нибудь был такой случай? Нет, не было. А вот мы поставим так вопрос, и будет. Да? И тогда что-то изменится на этой стройке. Вот когда нам зачеркнут третье место, когда мы вернем всю эту премию, все как один, когда вот из хороших мы станем плохими, как и есть на самом деле, и весь этот позор переживем, вот тогда дела и пойдут по-другому. Короче, я внес предложение и прошу решить, принимается оно или не принимается. Охо-хо-хо-хо-хо-хо. Лев Алексеевич, ты знаешь, о чем я сейчас подумал? Ведь вот настанет такое время в недалеком будущем, когда вот в эти так называемые руководящие кресла и садиться-то никто не захочет. По-моему, вы преувеличиваете, Павел Емельянович. Ой, не знаю, не знаю. Может быть, и преувеличиваю, а может, и преуменьшаю. А с каким бы я сейчас удовольствием он с ним поменялся местами. И чтобы не он, а я вот так мог встать и сказать: товарищи, у меня есть одно предложение. Премию вернуть, перевыполнение зачеркнуть, а управляющего трестом товарища Потапова Василия Трифоновича перечеркнуть. Ах, я просто хочу почувствовать себя в положении человека, который бы мог вот так встать и сказать. Я никогда не был в таком положении,
что я? В 45-м вернулся с фронта, мне было 23. Год на заводе, 4 года институт и все. И потом время от времени кто-то вставал и говорил, Батарцева надо перечеркнуть. Я всегда был виноват. Я тот, который виноват. Гриш, напрасно своего Валерку в институт толкаешь. Он сколько у нас? 8 месяцев. Во, товарищ, видите, мальчишка проработал 8 месяцев, а и тот уже от премии отказался, это его имени. Ведь от его имени тоже стоит здесь бригадир и говорит, Батарцева надо перечеркнуть, Соломахина надо перечеркнуть. Кстати, ты как относишься к его предложению? Только так, по первому движению души. Я думаю, Павел Емельянович, если мы примем предложение Потапова, это будет правильно. Спасибо. Только объясни мне, пожалуйста, как же так получается? Вот он за, ты за, а я против. Всей душой против. Ну почему ты у нас такой свободный, а я весь в цепях, в веригах? Почему? Ладно, Павел Емельянович, я знаю, что вы против, вы знаете, что я за. Давайте послушаем других товарищей. Послушаем других членов парткома. Олег Иванович, тебе слово. Пожалуйста. Ну, я не знаю, был ли кто из вас на стройке, когда премию давали. Товарищи дорогие, ведь это же был праздник. Люди были рады, довольны. По-человечески все восприняли. Ну, а теперь что? Ну, допустим, все здесь правильно, допустим. Но при чем тут люди-то? При чем тут рабочие-то? Я категорически против предложения Потапова, Лев Алексеевич. Как хотите, рассуждайте, товарищи, но рабочие тут не виноваты. Ну, а что же делать с этими тетрадками? Вы положите их в сейф, Лев Алексеевич, и пусть они там на здоровечко лежат. Поздно теперь ручками-то махать. Ну, а если нужно кого-нибудь наказать, давайте накажем, давайте. Забирать деньги никак нельзя, товарищи, вы поймите, это же рабочие, вы что? Ну и что, что рабочие-то? Что, не трогай его, а то взбрыкнется. Рабочие. Ты, знаешь, не пугай рабочими, ты не пугала, и я не пугала. Если надо, собирайте бригадиров стройки, я сам буду объяснять, почему от этой премии надо отказаться. Почему эта премия... Ни рабочему лично, ни государству лично, ни выгодное. А вот я считаю, что рабочие эту премию заслужили. Вот просто так, заслужили и все. Ну хотя бы чем, что вот этот первоначальный план они готовы были выполнить и перевыполнить. От них не зависело, понял? Они бы сделали, еще сделают. Все-таки премия дается за реальный результат, а не желаемый и невозможный в принципе. Совершенно правильно, Лев Ильич, абсолютно верно. Но только эта премия уже выдана. Я даже не понимаю, про что... Товарищи, товарищи, что? Давайте поймем одно. Ну, чего добивается Василий Трифонович? Конечно же, он добивается не изъятия премии. Он просто хочет, чтобы в тресте было больше порядка. Вот его цель. Но ведь это и наша общая цель тоже. Лев Алексеевич, что я предлагаю? Необходимо срочно составить серьезный, продуманный, реальный план мероприятий по улучшению организации труда на стройке. Прежде всего, составить анкеты, раздать их мастерам, бригадирам, послать делегации на передовые участки стройки. Я не согласен. А почему это вы не согласны? Да потому что у нас этих планов мероприятий навалом. Оргтех. Мероприятий по увеличению количества, мероприятий по улучшению качества, есть еще по сокращению, по увеличению, по расширению. Я не знаю, почему нет, а толку-то никакого. Ну хорошо, давайте сделаем так. Давайте соберем всех инженерно-технических работников и попросим товарища Потапова Василия Трифоновича вот на основании этих расчетов выступить перед ними с докладом.
Я считаю, что это будет очень интересно. И вообще это хорошо, когда рабочий выступает перед инженерами как равный. Ну а чего ж тогда мелочиться-то? Инженеров трест собирать. Давайте соберем министров, начальников главков, ученых, а я встану перед ними как равный и буду учить их уму-разуму. А потом еще по телевидению покажем, на весь союз прогремим. А Александра Михайловна в это время будет носки вязать внучке в кабине башенного крана. Уважаемый Василий Трифонович, как я понимаю, вы внесли свое предложение, чтобы заострить вопрос. И вот в таком качестве я ваше предложение приветствую. Но если вы хотите, чтобы тресту опять корректировали планы и прочее, тогда извините, мне непонятен исток ваших действий. Показные жесты, дорогой Василий Трифонович, никому не нужны. Ну, короче говоря, вы против предложения Потапова? В таком случае, Лев Алексеевич, да, против. Так. Александра Михайловна, вы будете говорить? Буду, Лев Алексеевич. И опять о дисциплине. Павел Емельянович, я так скажу. У нас на стройке... Нет слова нельзя. У нас все можно. У нас опоздать на работу можно, совсем не прийти можно, ничего не будет. И как слышите, ну, чертежи 3 месяца можно не переслать на участок. Все можно. У нас, знаете, трес как двор без забора, со всех концов прийти можно. А когда все можно, тогда, знаете, не будет коллектива. Вот я крановщица, и у меня кран. Он по рельсам ходит, вот положим отсюда и до сюда. И высоту имеет определенную. Так и мне кажется, что у нас в тресте рельсы должны быть по всем вопросам, чтобы у нас... Что ты улыбаешься? Не нравится, да? Рельсы, дисциплина, ну да, свободы нету. Эх ты, да ты возьми свободу, да подумай, куда эти рельсы проложить-то, да какие... А что они нужны нашему тресту, Лев Алексеевич, это точно. Как это... вы относитесь к предложению Потапова-то? Хорошо отношусь. Это толковое предложение. Вот сейчас начнут вычитать у каждого зарплаты, и каждый задумается. Почему, когда дают премию, ведь никто не спрашивает, почему дают. А вот сейчас станут вычитать, и каждый спросит, почему. А это хорошо. Один мужчина может разрешить своей жене пойти в кино с соседом. Это он считает нормальным. Другой мужчина, стоит его жене только улыбнуться кому-то в автобусе, так он такой скандал закатит, что дома стены дрожат. Он тоже считает это нормальным. Вы знаете, видимо, весь вопрос в том, где у нас в душе проходит граница между допустимым и недопустимым. Вы знаете, у меня был уже на днях один партком дома. Я вечером прихожу домой, жена сообщает, так и так, Валерка отказался от премии. У них вся бригада отказалась. Я поднялась с постели, спрашиваю, правда? Он говорит, правда, папа. Я говорю, хорошо, завтра ты пойдешь в кассу и получишь эту премию, но ноги твоей в этой бригаде больше не будет. Он говорит, папа, я могу идти из дому, но из бригады никогда в жизни не уйду. Понимаете, просто столкнулись две границы, допустимого и недопустимого. Я всю ночь проговорил с сыном, как мужчина с мужчиной, как работник треста. С работником треста, так вот там на кухне был прав мой сын, а вот здесь, за этим столом, прав Потапов. Паша, я не знаю, как это случилось, но с каких-то пор ненормальные мы считаем нормальным, недопустимые допустимым, а неположенные положенным. Алло? Потапов не может подойти к телефону, идет партком. Товарищи, давайте закругляться, а то бригада Потапова сейчас явится сюда в полном составе, продемонстрировать единство. А вы знаете, вчера Валерка еще что говорит? Пап, ты завтра выступишь против нашей бригады? Я спрашиваю, а почему ты так думаешь? А потому что Павлу Емельяновичу наш поступок не понравится, а ты против Павла Емельяновича никогда в жизнь не пойдешь. Понимаете, вот так прям в лоб и сказал. Еще добавил, говорит, я тебе могу дать один совет. Ты завтра не ходи на партком, скажи, что заболел. А самого рожа ехидная и хитрая до ужаса. Я
за предложение Потапова. Извини, Паша, извини. Я уверен, товарищи члены парткома, что мы должны быть честными. Но я не уверен, что мы должны быть глупыми. Вот я тебя сейчас, Григорий Иванович, слушал, все никак не мог понять, где я, собственно, нахожусь. В институте благородных девиц или на крупном современном производстве? Ведь как-никак мы деловые люди. Ну, пока еще, видимо, не очень деловые, но все-таки. А вы посмотрите, в каком идиотском положении мы можем сейчас оказаться. Ведь совсем еще недавно мы просили, требовали, умоляли главк изменить нам план. С большим трудом главк пошел на это, с большим трудом. А вот теперь мы должны пойти в тот же главк, встать на коленочки и таким, значит, тоненьким голосочком сказать: видите ли, тут у нас один бригадир посчитал. Оказывается, план мы выполнить могли, просим нам его вернуть. Товарищ, это же скандал. Ведь все наши взаимоотношения с главком моментально летят к чертовой матери. Ведь после того, как главк подписал нам изменение плана, он за это отвечает больше, чем мы. Товарищи, давайте не витать в облаках. Нам очень важен тот факт, что руководство главка относится к тресту доброжелательно. Это же отражается на снабжении, на фонде заработной платы, на других жизненно важных вещах. Ведь пока еще не роботы решают, а люди. И нам очень важно, чтобы те люди, которые решают, относились к нам хорошо. Тут вот Дина Павловна говорила, мы слишком любим свой трест. Да, любим. Это закон жизни. Стараться, чтобы твоя организация выглядела лучше. И вот этот закон главк понимает. А то, что предлагает Потапов, этого товарища главк не поймет. Ну, слушайте, так же нельзя. Ну что же такое, пришел Потапов, выложил две тетрадочки, и сразу все полетело вверх тормашками. Ну, а если бы Потапов не работал в нашем тресте? Если бы нам несколько меньше повезло в жизни, значит, ничего могло бы и не быть. Стало быть, все зависит от одного человека. Один человек — это не так мало, Борис Петрович. Вот хотя бы взять вас. Будь на вашем месте другой. Да будь на моем месте другой. Вас всех давно разогнали бы. Да, ну, все члены парткома высказались. Александр Александрович, вы будете говорить? Вот тут Павел Емельянович упрекнул меня премией, дескать, я ее не заслужил. Так вот, Павел Емельянович, завтра утром я сдам эту премию обратно в кассу. Вы можете меня снимать, я пойду работать вот к Потапову в бригаду, простым бетонщиком. Вы, наверное, Павел Емельянович, не совсем хорошо знаете, что значит работать прорабом на нашей стройке. Это значит, Павел Емельянович, бегать, бегать, бегать с утра до вечера, высунув язык, как собака. Я тут с первого колышка. И не было ни одного дня нормального. Спокойного. Да, вот я еще хочу сказать Качнову. Запомни, Качнов, тебе до Потапова, ой-ой-ой, как далеко. Да ты ведь все за себя. Вот хватать за горло, вот это твой метод. А я тебе скажу, скоро такие бригадиры уйдут в тень. Не улыбайся. Ты в передовиках-то ходишь, потому что на стройке порядка нет. Да? А вот был бы порядок, мне не пришлось бы за горло хватать. Ну, правильно, вот так вот и живем. Товарищ. Виктор Николаевич, вы будете говорить? Ну, насколько я понимаю, если предложение товарища Потапова будет принято, Павла Емельяновича снимут с работы. Я от всей души за это предложение. Вы карьерист. Вы вообще всех бы здесь уволили, одного себя оставили. Когда вам светила должность главного инженера, вы поддерживали Павла Емельяновича. А теперь осмелели? Рано хороните. А между прочим, это вы виноваты, Лев Алексеевич, что партком принимает такой оборот. Лично вы поторопились. Я за. Вы что же думаете, что если как секретарь парторганизации высказали свое мнение первым, вас здесь все поддержат? Подождите, по-моему, ничего страшного не произошло. Так вы что, поддерживаете предложение Черникова? Я считаю, что надо выслушать товарища Черникова. А я считаю, что сейчас вообще не время заниматься этим вопросом. Виктор Николаевич, вы будете говорить? Нет, я все сказал. Ну вот что, пока Павла Емельяновича еще не уволили из треста,
Он, с вашего разрешения, скажет несколько слов. Честно говоря, я не ожидал, что наш разговор сегодня зайдет так далеко. Признаюсь, я в некоторой растерянности от того, что видел и слышал сегодня. Ну ладно уж, раз пошли в эту сторону, то надо идти до конца. Товарищ Потапов, вы представления не имеете, в какой момент, в какое сложное переплетение обстоятельств вы влезли со своими тетрадочками. Я пока ничего не хотел говорить об этом членам парткома, но уж придется сделать это сейчас. Товарищи, вы же знаете, что страна в этом году ждет от нас пуска комбината. Та продукция, которая здесь будет выпускаться, уже расписана, разнаряжена на десятки предприятий, даже за рубеж. Так вот, должен вам сказать, что пуск комбината в этом году находится под угрозой срыва. Да-да, дела обстоят именно так. И в этих условиях нам придется пускать комбинат без некоторых объектов. Без центральной лаборатории, без ремонтно-механической базы, без очистных сооружений. Другого выхода нет. Нам никто не позволит пускать комбинат в урезанном виде. А почему мне его позволили начинать строить 3 года тому назад, задом наперед? Труб не было. Технической документации не было, а план был. И вместо того, чтобы проложить подземку, построить дороги, построить базу, я начал возводить здания, цеха, класть стены. Товарищи, а ведь начало строительства – это ген. Из него все дальнейшее и произрастает. Вы гляньте на стройку. Все перерыто, перекорежено. Все технологии нарушены. А почему? Да потому что мы так начали. Товарищ Потап, я вот вам хочу объяснить, почему так беспокойно себя сегодня ведет Борис Петрович. Дело-то вот в чем. Пока вы с Милениной делали свой анализ, Борис Петрович не спал ночами и делал другой расчет. Расчет, показывающий, что с самого первого дня строительства трест был поставлен в такие условия, которые дают нам теперь право настаивать на изъятии из пускового комплекса некоторых объектов. А почему партийный комитет ничего не знает об этих расчетах? А потому что они еще не готовы, Лев Алексеевич. Не готовы они еще, ну. Я от парткома никогда ничего не скрывал. И скрывать не намерен. Хотя ты меня в этом, ох, как подозреваешь. Я не хочу сказать, что здесь неправда. Если брать отдельно тот год, о котором вы говорите, все верно, все правда. Но эта правда в не меньшей степени порождена той правдой, о которой говорит Борис Петрович. Вы все учли, за исключением того момента, что стройка была начата технологически неверно. Вот давайте представим, вот ваши тетради и расчет Бориса Петровича. Он на днях будет готов. Вместе одновременно поступит в главку. В чем дело, нам скажут, товарищи? Вот же у вас где собака зарыта в вашем неумении организовать труд людей, а не в том, что кто-то где-то когда-то не так начал. И наше ходатайство об изменении пускового комплекса будет отклонено. Скажут, пускайте как надо, и никаких гвоздей. Стройка будет поставлена в тяжелейшие условия. Полного пуска все равно не будет. А будет кошмар штурмовщины, причем бесполезный. Товарищ Потапов, я вас прошу, очень вас прошу, и как человек, проживший 52 года, и как управляющий трестом, заберите ваши тетради. Снимите с повестки дня ваше предложение. Это во всех отношениях будет и верно, и справедливо. Прошу об этом не потому, что боюсь наказания за срыв пуска. Ну, во всяком случае, не только поэтому. У меня все. Так, товарищ. Извините, Лев Алексеевич. Товарищ. Вот это от парткома в бригаде Потапова на память. Надеюсь, на долгую. Павел Емельянович,
А зачем же вы начинали-то? Что зачем начинал? Ну, стройку зачем вы начинали? О, вы что думаете, если я управляющий трестом, так я все могу. У меня был приказ, был план. Ну что ж, вы не сопротивлялись? А чему я должен был сопротивляться? Ну, чтобы не начинать стройку в таких условиях. Вы же заранее-то знали, чем дело кончится. Сопротивлялся, товарищ Потапов, конечно, сопротивлялся. Ну, как вы это делали? Ну, как в главке разговаривал с руководством главка, настаивал, требовал. Ну, а они? Ну, а они что? Они что? Они меня по спине хлопали, говорили, начинай, все будет в порядке. А вы? А что я? Вы могли поставить вопрос ребром, да в конце концов написать заявление или отодвиньте начало стройки, пока не будет все, что положено, или снимайте с должности. Ой, Потапов, ну ты прям наивный парень, что ли, честное слово. Ну хорошо, ну ты подумай, ну вот сняли бы его, ну и что? Ведь пришел бы другой и начали нет, бы. Ты не скажи, когда вопрос ребром ставится, люди думать начинают. Прояснение в мозгах происходит, когда вопрос ребром ставится. Но это же не серьезно, дорогой Василий Трифонович. Заявление ребром. Вы опять рассуждаете с горки бригадира. А вот видите, Роман Кириллович, что получается. Вот Павел Емельянович со своей горы объяснял, что у меня простой от того, что в стране с планированием плохо. А я вот со своей горки-то вижу, что именно Павел Емельянович тем, что начал стройку, когда ее нельзя начинать было, это самое планирование-то и запутал. Тут промашка с вашей стороны, Павел Емельянович, большая промашка. Послушайте, вон там сидит начальник вашего стройуправления. Ну вы поняли, что он ко мне относится далеко не дружелюбно, да? Так вот даже он вам скажет, как не хотел я тогда начинать стройку. Тут уж в чем угодно я грешен, но только не в этом. Лев Алексеевич, разрешите? Да, пожалуйста. Я не хотел говорить, но раз уж меня свидетели призывают, я скажу. Вы неправильно выразились, Павел Емельянович, когда вы сейчас сказали, что вы не хотели начинать стройку. Вы хотели не хотеть, понимаете? Эмоций было много, а практических шагов ноль. Вы помните, конечно, вот 3 года назад, вот на этом самом месте, где мы сейчас с вами сидим, стояли вы, я, Григорий Иванович и вот Борис Петрович. Эта земля тогда не нюхала бетона, ничего не было, ни хорошей работы, ни плохой, просто была земля. И стояли 4 человека, которым на этой земле поручили построить комбинат. Я хорошо помню ваши слова. Товарищи сказали вы, это же так здорово, что мы начинаем строить на совершенно новом месте. Теперь самое главное, все продумать, все учесть. Самое главное, правильно начать стройку. Не конец делу венец, сказали вы тогда, а начало. Еще громко крикнули на весь лес начало. Клянусь вам, сказали вы тогда, что пока не проложим по всей площадке подземку, пока не сделаем все дороги, ни один объект, ни одна стена не будет начата. Потом, 1/2 года спустя, когда уже начали, когда уже все пошло не туда, но можно было еще как-то исправить положение. Вы помните, мы у вас дома просидели до 2 часов ночи, и мы договорились. Черт с ними, с квартальными показателями, с прогрессивками, с премиями. Надо же, наконец, когда-нибудь решать главное. Пуск. Клянусь тебе, Виктор Николаевич, что больше ни одного нового объекта мы начинать не будем. Я вам в очередной раз поверил. Это все-таки Павел Емельянович, это Павел Емельянович. Утром телефонограмма «Приступить к строительству нового объекта». Как будто вообще не было ночного разговора. Вы помните, я вам позвонил, Павел Ильич, ну как же так? Виктор Николаевич, дорогой мой, нужно сейчас вот с этим кварталом расправиться, а потом уже все будет по-другому. Нельзя сейчас портить отношения с главком. Тогда я вам поверил. Я думал, что вы опытный человек, и вы знаете, что вы говорите. Я думал, что не портить отношения с главком – это ваша тактика, а ведь это оказалось вашей стратегией, Павел Емельянович. Да. Да, мне несколько обидно, что меня решили не назначать главным инженером. Но вы знаете, мне больше обидно не за себя, а за вас. Вы же сами предложили мне эту должность, даже разделяли мои идеи, мои планы перестройки работы этого треста. Я даже верю вам тогда, что вы были искренни. Но стоило Борису Петровичу сказать нет, и вы пошли на попятную. Не потому, что Бориса Петровича вы уважаете и цените больше, чем меня. Нет.
просто Борис Петрович. Он безукоризненно вписывается в вашу стратегию. Потому что его любимая поговорка, я отвечаю перед главком, извините, за каждый квартал в отдельности, а не за всю жизнь сразу. Это в конечном счете и ваша любимая поговорка. Вы очень сложный человек, это меня всегда подкупало. Теперь я понял, что сложность – это не качество, это всего лишь структура. Сложный человек может быть и хорошим, и плохим. Так что, Павел Емельянович, вы, лично вы, виноваты в том, что мы тогда так начали стройку, и что теперь мы ее вот так заканчиваем. У меня все. Так, ну что ж, товарищи, все высказались. Давайте что-то решать. Минуточку, товарищи. Я хочу спросить, почему? Почему я хочу спросить? Для того, чтобы работать нормально, я подчеркиваю, элементарно нормально, управляющий трестом должен был бы совершить чуть ли не подвиг. Вы ведь этого требуете от Павла Емельяновича. Ведь, по-вашему, он должен был ставить вопрос ребром, сопротивляться, рисковать своим служебным положением, которое он завоевывал всю свою жизнь. Это только для того, чтобы работать элементарно нормально. Товарищи, это же абсурд. Это же ненормально, когда для того, чтобы работать нормально, человек должен быть чуть ли не героем. Ну почему я вас спрашиваю? Да надо быть героем. Время-то героическое. Хорошо. Давайте, товарищи, как-то определяться. Я предлагаю вашему вниманию проект решения, который одновременно является и моей точкой зрения, на все здесь затронутые очень серьезные вопросы. Значит, предлагается следующее постановление. Партийный комитет полностью одобряет принципиальные действия коммуниста товарища Потапова. Второе. Партийный комитет обязывает управляющего трестом Батарцева. Идет партком. Ознакомить руководство главка с расчетами бригады Потапова и на основании этих расчетов поставить вопрос о ликвидации ранее внесенной в годовой план треста ничем не обоснованной корректировки. Идет партком. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Товарищи, нельзя этого делать. Нельзя заниматься самоубийством, товарищи. Товарищи, вот что я еще хотел отметить. Что необоснованной корректировкой плана мы тем самым извратили само понятие социалистическое соревнование. Какое же это соревнование, которое зависит не от реальных усилий коллектива, а от манипуляций с цифрами. Пункт третий. Партийный комитет предупреждает управляющего трестом Батарцева о принципиальной недопустимости некомплексного пуска комбината. Так что же, по-вашему, лучше вообще сорвать пуск? По-моему, лучше пустить комбинат несколько позже, но в абсолютно законченном и качественном виде. Конечно, за срыв пуска кое-кто поплатится. И это, очевидно, будем мы с вами, Павел Емельянович. Но это не может служить оправданием. Вот вы, Павел Емельянович, сказали, что вас заставили начинать стройку не по-человечески. Не было одного, не было другого, не было третьего. А сейчас вы, Павел Емельянович, пробивая идею усеченного пуска, тем самым заставляете директора будущего комбината точно так же начинать, как 3 года тому назад начинали вы. И у него также не будет одного, другого, третьего. Он также будет руками разводить. Я не виноват, объективные причины. А ведь эти объективные причины, они же не с неба валятся. Они рождаются безответственностью. Комбинат наш не только, когда мы его строим. Когда сдадим, он тоже будет нашим. Я не мыслю себе здесь, в стенах парткома, другого взгляда на эти вещи. Ну что такое? Я же сказал, идет партком. Ну, слушаю вас. Так? Понял, передам. Небольшое сообщение.
Ваша бригада, дорогой Василий Трифонович, получила премию. Ваша бригада получила премию. Звонили из бухгалтерии. Да нет, 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 подождите, подождите. Неправда это, Потапыч, это все подстроено. Я сейчас на мотоцикле... Нет, я по телефону, сейчас все уточню, подождите. Алло, мне, пожалуйста, бухгалтерию 33-е управление. Срочно. Алло, бухгалтерия? Это, говорят, из парткома насчет бригады Потапова. Вот премия. Откуда известно, что они премию получили? Все? Нет, нет, подождите. Вы мне фамилии зачитайте. Да, слушаю. Как вы сказали? Голованов? Да какой еще Голованов? У нас и нет такого. Ну, Потапыч. Девушка, давайте сделаем так. Я вам буду называть фамилии, а вы смотрите, получили или нет. Значит, смотрите, Шишов не получил. Колька Шишов не получил. Фроловский Валерий. Ага, не получил. И я еще не получил. Чего говорить-то, что вся бригада. Девушка, Самохвалова смотрите. Нет, вот как? И фамилия его стоит? Роспись его стоит? Ну, ладно, Матвеева смотрите. Курочкина смотрите. Кириллова. Никитенко. Так. 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 Ну, спасибо вам. Всего 12 человек ты получила из 17. Чего говорить-то, что вся бригада? Потапыч. Гады. Потапыч. Ну что, Павел Емельянович? Довольны? Да, ничего не поделаешь. Жизнь берет свое. До свидания. До свидания. Будьте здоровы, Лев. Ну что ж, пора расходиться, товарищ. Да нет же, стойте, я прошу. Стойте! Парком продолжается, Борис Петрович. От того, что часть бригады получила премию, для нас с вами ничего не изменило. Если мы сейчас не примем предложение Потапова, нас, как партком, надо гнать отсюда всех. К чертовой матери! Мы, понимаете ли, любим вставать на трибуны и говорить красивые слова о рабочем классе. Он у нас и умный, и культурный, и современный, и настоящий хозяин. А когда этот хозяин пришел к нам и выложил все, что у него наболело, мы его не узнали. Сначала решили, что он рвач, потом демагог. Потом пришли к выводу, что он подставное лицо. А потом мы им сказали, ты парень хороший, но, пожалуйста, забери от нас эти тетрадки. Они нам мешают. А вы знаете, Борис Петрович, почему эта бригада сейчас получила премию? Да потому что они не верят. Не верят, что Потапов может чего-нибудь добиться. Что может что-то изменить на этой стройке. Неужели это подтвердим это, а, товарищ? Во имя чего мы так поступим, а? Во имя чего мы убьем в людях самое важное? Веру, что ты не пешка в этой жизни. Вы посмотрите, как мысль, усилия одного человека затронули столько важного. Мы члены Коммунистической партии Советского Союза, а не члены партии Треста номер 101. Нет такой партии и не будет. Мы работаем в этом Тресте. Работаем для страны, не для славы. К тому же... Ложной славы треста нашего. Я прошу садиться. Ставлю на голосование предложение коммуниста Потапова. Кто за, прошу поднять руки. Так, опустите. Кто против? 3 и 3. А вы, Павел Емельянович? Воздержались?
Я за. Большинством голосов предложение Потапова принимается. Внеочередное заседание партийного комитета считаю закрытым. Все свободны. Ну ладно. Будь здоров, Лев Алексеевич. Пойду домой. До свидания. Свободны все. Ну что сидим? Пошли? Да. Александре Михайловне хорошо. Она в Польшу едет. В Болгарию она едет.